Этот крошечный детеныш обезьяны станет еще одним шагом к спасению исчезающих суматранских орангутанов. Он родился в израильском зоологическом центре сафари в Рамат-Гане. Маму новорожденной самки зовут Тана, ей 12 лет. Папой стал 11-летний Рахамим. Он тоже появился на свет в этом зоопарке. Пока очень трудно рассмотреть маленькую самку, потому что мама держит ее на руках. Либо она очень крепко цепляется за маму. Она маленькая и почти не видна на фоне шерсти. Получше рассмотреть ее можно будет через месяц, когда она подрастет и начнет бегать рядом с мамой. Этот вид орангутанов встречается только на острове Суматра в Индонезии. Обезьянам угрожает обезлесение, загрязнение природы и браконьерство, поэтому они находятся на грани вымирания. Зоологический центр сафари в Рамат-Гане занимается разведением редких видов животных, в том числе и суматранских орангутанов. Сейчас смотрители выбирают для детеныша имя. Оно должно начинаться на букву «Т», как и у мамы.